Витископ. Любитель хоккея, и дай бог ему здоровья, и чтобы у него были финансы дальше продолжать. Он построил каток в Кременчуге, сделал детскую команду, потом пригласил Александра Савицкого. И начали развивать, и сделали молодежную команду, которая играла в Беларуси. И в этом году, они еще в прошлом году хотели заявиться, но еще не были готовы в чемпионате Украины. Но на этот год они уже были готовы, но, к сожалению, нет чемпионата. Они играли в Киеве много, иногда переезжали в Кременчуг. Но понятно, если человек с Кременчуга, ему интересно, чтобы они играли для своих зрителей. Ну, своих воспитанников, у них еще маленькие свои воспитанники, потому что, может быть, они и хотели, но их нет. Они маленькие, детская школа хорошая. Харьковские акулы возвращаются. У них харьковская школа испокон веков была очень хорошая, добротная, много выдающихся и очень хороших хоккеистов воспитали. Поэтому здесь ничего удивительного. Единственное, спасибо им огромное, у них был перерыв, и сейчас они опять заявились. Появилась у них такая возможность только приветствовать. И воспитанники у них своих достаточно. Они только воспитывают, но воспитанники их не разъезжаются, к сожалению. Ну а сейчас появилась возможность, чтобы не разъезжались, а играли у них в команде. Дай бог, чтобы был чемпионат. Третий коллектив тоже наш. Киевские и наши киевские ребята, где бы они ни занимались, на Льдинке, на Атеке, в Соколе, киевская команда, наши воспитанники, я не вижу тоже никаких проблем. Жалко, что нету Сокола, Компаньона, если бы еще была команда, Белая Церковь. Ну, ребят, хоккеистов хватает, к сожалению, команд у нас не хватает. Витископ. Спортивное видео.